Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задача 218. Нам даны две прямые А и Б, и они пересекаются. Нам нужно ответить на вопрос, можно ли провести такую прямую, которая пересекает прямую А и параллельно прямой Б. Итак, построим такую прямую. Обозначим точку пересечения прямых А и Б как точку К. И на прямой А выберем точку, произвольную точку, но отличную от точки К. Пусть это будет точка О. Точка О не находится на прямой Б. В соответствии с аксиомой параллельных прямых, через точку, не находящуюся на прямой, проходит одна прямая, параллельная данной. Тогда через точку О мы можем провести прямую, назовем ее прямая С, которая будет параллельна прямой Б. Получается у нас, что прямая С параллельна прямой Б. Точка О находится на прямой С, и точка О находится на прямой А. Это значит, что прямые А и С пересекаются. Таким образом, прямая С является искомой. И тогда ответом на вопрос, можно ли провести такую прямую, которая пересекает прямую А и параллельно прямой Б, будет «да». Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.